Природа – неиссякаемый источник вдохновения, поэтому художники очень любят выходить на открытое пространство и переносить окружающий мир на бумагу. Уметь работать на пленэре – важная практика, поэтому ее обязательно включают в образовательную программу в художественных школах и училищах. Вот уже второй год подряд подобные занятия проводят и в изо-студии Дворца творчества «Созвездие». Чтобы научить юных художников работать на природе, педагоги выезжают вместе с ними на базу отдыха к озеру, где проводят вместе целых 5 дней. Я бы сказала, что пленэрная практика для наших ребят – это больше поощрение, наверное, стимулирование наиболее способных, одаренных, талантливых ребят, которые, ну, такое вот испытывают неодолимое желание заниматься изобразительным творчеством, которые в перспективу выбирают профессии, так или иначе связанные с изобразительным искусством. На пленэр отправляют лучших учеников из-за студии. В этом году их набралось 20 человек. Во время поездки они много занимаются, учатся рисовать этюды и пейзажи. И попутно общаются друг с другом, становясь настоящими друзьями. На пленэре впервые, и мне очень понравилось. Очень положительных впечатлений было много. Многого узнала о своих друзьях. И надеюсь, что мы еще не раз поедем на пленэр снова. Во-первых, это живописные виды, и то есть сама природа вдохновляла на рисование. Мастер-классы были интересные, и само времяпроведение со сверстниками было очень интересно. В течение 5 дней на пленэре юные художники занимаются не только рисованием, они также посещают мастер-классы, которые готовят как педагоги, так и сами воспитанники из-за студии. Например, Ирина Авдеева провела урок валяния игрушек из шерсти. Мне понравилось учить валять из шерсти, так как мне самой нравится это занятие, и я думаю, что из меня вышел достаточно хороший учитель. Учила создавать разные поделки из шерсти в технике сухого валяния. Я научила создавать вот такую сову и пингвина. Всем очень понравился мой мастер-класс, и многие захотят продолжить заниматься валянием из шерсти. Готовые поделки с мастер-классов, а также рисунки, сделанные на пленэре, ученики оставят себе. Вместе с этим в их памяти навсегда сохранятся и теплые, приятные моменты, проведенные с друзьями и педагогами.